Всем привет, дорогие друзья! Я переговорю сегодня у меня хорошие новости для вас. Посмотрите вот это наш новый сайт everdress.ru. Вы все знаете сайт fashion.ru. Сейчас я скажу вам, fashion.ru это сайт нам не надо, не используется. А если вы хотите купить спортивные одежда и плюги, в этом новом сайте Everdress тоже можно найти. Или через этот сайт найти. Через этот сайт можно найти спортивные одежды, как fashion.ru. В новых сайтах есть много продуктов. Сейчас мы вместе посмотрите. У него хорошие верстати. Посмотрите, женская одежда, мужская одежда, обуви для женщины и аксессуары. Мы вместе посмотрите верхняя одежда. Посмотрите, много продуктов можно выбрать, и цена недорого. Верхняя одежда и включите много продуктов, почитайте футболки, майки, и свитеры, и куртки. Очень хорошие верстати. Для вас удобно купить вещи и найти. Много людей посмотрела новый сайт, говорила мне, потому что продукты нового сайта, продукты дешево, чем fashion.ru и фасон модный и очень хорошие выбрать. Сейчас я покажу вам, как регистрация. Посмотрите, вот регистрация войти. Сейчас пишу информацию. Email. Нет. Пароли. И здесь выбирайте страна. Ваши. Вот здесь. И вопросы, например, вы можете, как тебя зовут? Конечно, меня зовут Беля. И писать вот этот код. MPW. Создать мой счет. Посмотрите, поздравляем, вы успешно регистрацию. Сейчас вам можете выбрать, что вы хотите купить. Например, я хочу купить платье. Вот это платье. Очень красивое. Тебе надо выбрать цвет. Мне нравится желтый. И количество, если вы хотите
купите два платья, подарим друзьям, можно плюс, а если один, можно еще один. А если вам нравятся эти продукты, можно здесь купить. Сейчас все выбрано, можно добавить в корзину. Вот уже в корзину. Сейчас мы посмотрите, что в корзину. Вот эта корзину. Если вы хотите еще продолжать покупать, можно войти здесь. Например, я хочу купить обуви. Выбрать цвет черный и размер. И добавить в корзину. А это цена, это общая итога. Сейчас мы вместе оформить заказ. Здесь надо писать твое имя. Вот посмотрите твое имя, фамилия, отчество и адрес, индекс, город, опрос и страна, номер телефона и имейл. Вот это все необходимая информация. Доставка зависит вес продукта. У нас есть четыре варианта транспорта. Посмотрите, вот это China Lost. Это конечно, медленно, надо ждать 20 дней или 40 дней, очень долго ждать. Я советую вам использовать вот это EMS. Вам долго ждать 8, около 8 дней. И быстро и удобно. Конечно, вот это самая дорогая доставка. Сейчас мы вместе оформить заказ. Здесь добавляйте твою информацию, имя, фамилия и номер телефона. А если неправда, можно здесь вернуться и добавлять. Если правда, можно предоставить заказ. У нас есть четыре варианта платежа. Вы можете выбрать один платить. Конечно, для вас удобно. Если вы что-то не понимаете, можно почитать, как получить скидку.